Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве MIDI GF1 сделать скриншот. Для этого в первую очередь открываем экран, скриншот, который мы хотим сделать. Пусть это будет, к примеру, экран настроек. И затем нажимаем комбинацию клавиш, кнопка включения и кнопка громкости вниз одновременно. И примерно таким образом делается скриншот. Давайте покажу вам еще раз. Кнопка включения и кнопка громкости вниз одновременно. И делается скриншот. Есть еще один способ сделать скриншот. Просто зажимаем кнопку включения. Появляется такая вот менюшка выключения телефона. И здесь у нас есть кнопочка скриншот, которая работает точно таким же образом. Найти свой скриншот вы сможете в галерее в разделе скриншот. И вот они, наши скриншоты. И отсюда мы можем ими поделиться, их изменить или же удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!